Сейчас, друзья, заехали на мойки самообслуживания. 350 рублей, будем мыть экскаватор сейчас. Первая сотка пошла. Так, вода тут. Сначала сбиваем все. Потом пенкой. Еще сотку поставили. И будем пенкой сейчас, короче. Так, пена.
Так, что камера у нас? Чистый объектив, чистый. Моем ручки. И щеточкой. Вот так вот. Если вот так вот экскаватор любить, мыть, чистить, смазывать, обслуживать, то он будет отвечать вам так же, будет вам работать, не ломаться, деньги зарабатывать и так далее. И когда вот мойте так хорошенько экскаватор, потом, если что, видно все там поломки, если что, у вас там что-то там, может, трещинка или что. А когда все грязно, ничего не видно. Знаете, даже клиентам приятнее, когда приезжает чистый ухоженный экскаватор, чистый ухоженный оператор на объект. Так что экскаватор, кабина — это то место, где мы полжизнь проводим, поэтому надо, чтобы было чистенько все. Если щеточки так не пройтись, все равно остается, ну, такая матовое стекло, она не чистится хорошо. А если вот так щеточки пройтись, то уже все будет чистенько. Телефон звонит. Надеюсь, ничего страшного. В принципе, все. Моем еще раз ручки. И чистенькой водой все это дело смываем. И будет счастье. Так, ставим еще соточку. А лучше сразу 150. Потому что в конце еще этот
воском, защитным воском накроем. Запах от него хороший. Так, проверяю еще раз. Объектив чистый. Так, вода. Погнали. Ставим пауза, проверяем опять объектив, чистый вроде бы, и ставим на воск. Так, воск. Thank you.
стоп. Надо выезжать и за собой, короче, помыть вот все это дело. Чтобы оставить чистую мойку за собой, потому что все-таки экскаватор — это грязно. Так, быстренько, раз. Ага. Вспомнил я, короче, антенну мне надо убирать. Потому что вот так. Она цепляет там. Опа. Быстренько едем, все отмываем. Ставим вода. Как бы все. Чистая мойка, друзья. Экскаватор чистый. Сейчас его отгоню. Сейчас я тут на площадке его поставлю и сделаю пару фотографий. Ну, более-менее чище, чем тут. Так. Деревья? Надо края открывать, три штуки, это вытащить туда и туда. Планировка только здесь или всего участка? Ну там всего 40 квадратов. Вот, здесь сняли деревья. Ну возле дороги здесь.
Не, один место остановка сняли, три штуки. Да, да, я. Ага. Надо края открывать, видишь? Сегодня надо? Да, да. Час доставка 2000 в час. Что? Час доставка 2000 в час. Доставка надо. 1 километр. Один час даю, чтобы туда, да, 2000. 2000 в час работа. Нет, нет. Можешь считать, да, 5 минут да, работа. Нету. Продаешь? Что? Нет, помыл просто. Ну чистый экскаватор хочу просто для себя, чтобы было. Вот такие вот клиенты вот бывают. Там какие-то там 4000 не хочет отдавать за 3 пенька там планировки. Даже такую работу даже не рада рассматривать, я думаю. Это мое мнение.